открыла сводить плечи, все место мышцами держать это. В свои 82 года ему до сих пор не сидится на месте. В Пермь приехал заслуженный тренер России и Советского Союза Виктор Кудрявцев. В дворце спорта «Орленок» он поделился своими секретами мастерства с юными дарованиями. Самое главное – скорость движений. Мы видели первая девочка, которая каталась очень хорошо, но и медленно. Движения были руками, ногами, и это несовременно. Анисья Оборина стоит на коньках уже 5 лет. Отлично знает базовые элементы, а вот над техникой надо еще поработать. Мама спортсменки не сомневается, уроки заслуженного тренера не пройдут даром. Мы сидим в зрителях, смотрим, очень довольны. Много очень полезной информации сегодня мы услышали. Надеемся, что это они примут в практику, и это им пойдет на пользу. Сама Анисья мечтает стать тренером, но до этого еще далеко. А пока надо учиться новым сложным элементам. У всех спортсменов есть цель всегда быть лучше всех и занимать первые места. У меня такая же. Но а пока что у меня цель запрыгать тройные дупель. Виктор Кудрявцев в Пермь приехал в рамках проекта «Звездная дорожка», организованный компанией «Ростелеком». В рамках данного проекта проводятся мастер-классы по фигурному катанию. Не просто мастер-классы, а с привлечением звезд, скажем так, мирового масштаба. Вот. И не только чемпионов мира, там, Европы, олимпийских чемпионов, но и с привлечением тренеров, известных, именитых тоже мирового масштаба. Проекту уже более 9 лет, он охватил более 50 городов России. По мнению организаторов, главное в нем – это возможность научиться чему-то новому не только юным спортсменам, но и получить дополнительный опыт пермскому тренерскому составу. Руслан Пепеляев, Сергей Федотов и Семен Соснин, «Ветта-24».